защитят и помогут нам верные друзья. Действуй смело, действуй дружно, Минифорс. Минифорс. Победим обязательно, точно знаю я. Минифорс, отважные друзья. Страхи позабудь, отправляясь в путь, стань бесстрашным героем. Все преодолеть на свете мы сумеем с тобою. И всегда придут на помощь наши новые друзья. Минифорс, отважный боевой отряд. Минифорс. Спасение доктора Тао. Командир Чен, это доктор Тао. Они у меня на хвосте. Сигнал СОС! Сигнал СОС! Что, это ты? Давно не виделись, доктор Тао. Привет, Гарри! Хорошая погодка, не так ли? Нет, не так. Эй, Гарри, поди сюда! Ой, нет, это тоже странно. Неужели нет другого способа привлечь внимание Гарри? Сейчас покажу. Смотри и учись. А? И как же? А вот так. Гарри, а ты скучал по мне? Я очень скучала по тебе. Не могла дождаться нашей встречи. Если бы ты только знал, как я скучала. Я так скучала по тебе. Очень-очень-очень по тебе скучала. Отстань, убирайся, отвратительно. Похоже, Вольт совсем не в себе. Сюзи, ты ведь на самом деле так не делаешь, да? Конечно же нет. О, посмотрите на часы. Увидимся позже. Удачи, Сюзи. Сюзи, помни, что главное — это шарм. Не так ли, Сэмми? Я предупреждаю, отстань от меня, иначе я тебя... Пора выдвигаться, идем. Это срочно. Доктор Тао из штаба Минифорс был похищен. Это форсбот, сделанный доктором Тао? Это не форсбот, это мехамон. Из-за высокого разрушительного потенциала этого робота доктору Тао пришлось спрятать его чертежи. Но Паскалю удалось их заполучить и построить мехамон. То, что Паскаль похитил доктора Тао, должно быть связано с этим роботом. Верно. Чтобы активировать форс-мехамон, нужен код, который знает лишь доктор. Вы должны спасти доктора Тао, прежде чем он скажет им код. Не переживайте, мы освободим и вернем его целым и невредимым. Доктора Тао сейчас держат в поместье Найна. Найдите доктора и будьте в точке встречи к 16 часам. Там вас подберет вертолет. Да, командир! Доктор Тао, я дам вам лучшие условия для исследований. На моем месте ты бы поверил такому мерзавцу? Ладно, вас не так-то просто уговорить. Но я думаю, это заставит вас изменить свое мнение. Включить экран! Есть! Это еще что за дурачество? Это что-то не совсем то. Это тоже. Простите, босс. Ой, глупцы! Сейчас же найдите! Не работает! Не работает! Не работает!
О, нет, мой внук! Ах, ты негодяй! Вы же не хотите, чтобы кто-то навредил вашему внуку? Тогда почему бы не сказать «кот»? Ты подлый преступник, используешь моего внука! Простите, Минифорс. Мне все же придется это сделать. О, прости меня, Чен. Наконец-то! Теперь Форс-механом полностью активирован. А теперь с вами покончено, доктор Тао. Доктор Тао идет с нами. Минифорс, они были тут. Глупцы, они все время были рядом, и вы их не заметили. Схватите их! Ну что, пытались убежать от нас? В атаку! Люси, защити доктора. А мы пока разберемся с зероботами. Хорошо! Ружье силы! Трансформируемся! Меч силы! Трансформируемся! Меч силы! Трансформируемся! Думаете, вам сойдет это с рук так просто? Доктор Тао! Доктор Тао! Не волнуйтесь обо мне, уходите отсюда скорее! Наша миссия – вывести вас отсюда. Мы никогда вас не бросим. Догнать их! Догнать немедленно! Рэй? Доктор, пора завершить начатое. Рэй, я все еще воспринимаю тебя как родного сына. Я не знаю, какое недопонимание произошло, но это моя вина, что я не заслужил твое доверие. Хватит мне врать! Это ты отдал приказ Вольту разобраться со мной. Мой шрам не даст этого забыть. Погоди. Рэй, этот шрам от удара копьем? Именно. От удара копья Вольта. Похож на мой шрам. А? Только копье Паскаля оставляет подобный шрам. К тому же я не использую копье. И никто из нас. Копье использует Паскаль. А? Это сделал Паскаль? О, нет. Это невозможно.
Ты так ничего и не понял. Видишь ли, мне нужен был легкий способ заполучить форс Мехамона. И я понял, что ты, Рэй, отлично мне в этом поможешь. Мне нужно было, чтобы ты покинул мини-форс. К счастью, обмануть тебя было проще простого. Паскаль, все это было частью твоего плана! Наконец-то дошло! Жалкое зрелище. Теперь, когда я достиг своей цели, ты мне больше не нужен. Я уничтожу тебя вместе с доктором Тао! Оставьте это мне, ребята. Спасайте доктора Тао. Я не могу оставить тебя здесь одного. Доктор, нужно уходить отсюда. Рэй, спасибо тебе. Рэй! Рэй! Как же так, Рэй? Простите, доктор. Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году.